Михаїл Саакашвілі народився 21 грудня 1967 року у Тбілісі. За освітою правник, колишній міністр юстиції та президент Грузії. З травня 2015 року голова Одеської облдержадміністрації. Доброго дня, шановні пані і панове. Я щиросердно вас радий вітати на хвилі Радіо Ера. Мене звати Віталій Дикий. Власне, як завжди, у цій порі програми «Від першої особи» ми запрошуємо знаних і відомих людей, які допомагають нам обговорювати питання, котрі стосуються кожного з нас. Незабаром, тобто завтра, Арсеній Петрович Яценюк і його команда будуть звітувати у Верховній Раді. Так от давайте подивимось, можливо, прогнозно на завтра і проаналізуємо, що ми маємо на сьогодні. До речі, це робити сьогодні буду я не тільки з вами, але й з поважним гостем. Сьогодні моїм гостем і гостем студії Радіо Ера є Михаїл Саакашвілі, грузинський і український державний політичний діяч, голова Одеської обласної державної адміністрації з 30 травня 2015 року. Пане Михаїле, я вас вітаю. Вітаю вас і дякую, щиро дякую за запрошення. Я такий ваш слухач завжди. Я був останній раз у вашому ефірі 11 років тому, коли був президент в Грузії, це було це ще перед помаранчевою революцією. Революції ще не було, але я був тут офіційним візитом. І хочу сказати, що зараз ви найпопулярніше радіо. Я маю такий досвід, що багато моїх друзів біля мене, вони теж ваші слухачі. Так що для мене така дуже велика честь, що ви мене запросили до вашого ефіру. Дякую вам, що знайшли час. Якщо дозволите, з вашого разрешения, я перейду на русский язык. Михаил Николаевич, у меня несколько вопросов к вам. Так. Наверное, чуть позже будут более конкретные вопросы, но сейчас я хотел бы спросить. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете в украинской политике? Скажите, какое качество политического украинского истеблишмента вас окружает? И, в конце концов, как вы находите с этими людьми компромисс? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не чувствую себя до конца интегрированным в украинской политике. Я должен признать, что это так. Я не чувствую, что я могу легко найти общий язык с существующей теперешней политической структурой. И действительно, есть для меня вот есть политика какая-то, есть одна сфера, как я ее представляю. Очень много здесь иначе политика сложилась. Значит, здесь многие люди, которые называют себя политикой, для меня это просто представитель интересных групп. Те люди, которые называют себя представителем партии, для меня это не партия, а просто политический проект и интерес группы. Когда мне говорят, что вот почему мне сложно ориентироваться, они говорят, я никак не могу разбираться, допустим, у одного должностного лица там, с другим парламентарием или наоборот, какие отношения. Мне говорят, что этот у того взял долг в 1998 году 150 миллионов долларов, потом тот вернул только часть, а потом там они, у них был совместный бизнес – там сразу после распада Советского Союза, а потом они разошлись. То есть отношения идут такой глубь, что для меня это непонятно, потому что для меня вот белое – это белое, черное – это черное. Вот смотришь, когда они говорят, нет. Ну да, много политических это интриг, не так. Довольно есть сложно. Это все другие отношения, это вот они оттуда идут. И когда мне кажется, что вот они сражаются, а под конец они всегда договариваются. Почему они договариваются? Потому что принципа там нет. То есть реально для меня проблема основная, мне кажется, я не критикую ее, она, я вижу просто, как, может быть, моя позиция неверная, но я так считаю, что тут основная проблема, что гораздо меньше принципов, гораздо больше личных там прагматичных договоренностей, которые, в принципе, ничего общего с интересом страны не имеют. И поэтому мы находимся в том плачевном состоянии, в котором мы находимся. А вам не кажется, вы в общем-то, подтвердили мое мнение, что политические интересы, они у высшей власти совсем не тото, тем интересам, которые есть у обычных людей. И как раз вот одно и второе очень разделены между собой. Знаете, вот у нас, мы сейчас по уровню бедности, то, что я чувствую чисто, я много лет здесь был и ездил. Вот где-то мы докатились до уровня 95-96 года сейчас. Пять месяцев назад на одной из пресс-конференций или в одном из интервью вы сказали, что у нас уровень Габона по экономическому развитию. Ну, эта цифра же есть, но да, по-моему, Габона сейчас лучше, к сожалению. Да, это точно. Сейчас для них. Но цифры таковы, что ВВП в Украине сократилось в два раза, но бедность выросла драматично. И мы...
И реально это тот уровень, когда вот мы тогда купоны были, потом гривню еще не ввели, вот приблизительно к тому уровню мы приблизились. В чем дело? Правящий класс ухудшила жизнь для людей страшно, потому что два раза сократилось ВВП. Бедность ужасная. В такой ситуации хотя бы правящий класс должен выразить солидарность. Конечно. Хотя бы солидарность в чем разница? Хотя бы он должен жить еще хуже. Ну, наверное, быть социально ответственным. Да, то есть он должен как минимум хуже жить. Хуже жить – это не тот прикидывать, что у нас нет зарплаты там. Это ерунда. Зарплата как раз должна быть у госслужащих. Нет, хуже жить реально, потому что зарплата никакого отношения к тому... То есть вы сторонник не борьбы с богатыми, а все-таки нет, борьбы с бедностью? Нет, я борьбы с бедностью. Конечно. Я за то, чтобы богатство наживалось не через грабеж народа. Это разные вещи. Так у нас практически 90% политиков нашего... Как мы сделали в Грузии? Мы, вот когда я стал президентом, я... Вот сейчас многие говорят, вот на Печерске друг друга пугают. Я слышал, что вот этот популист Саакашвили сейчас придет, всех пересажают, всех переловят. Нам каюк, все, надо все договориться, а то он придет, там это вообще из леса выскочит, волк и всех съест. На самом деле, я не сторонник того, что там, хотя это не очень популярно, что говорить, что всех надо пересаживать, это неправильно. Мы в свое время как жили? Мы вот посадили, арестовали, когда после революции рос, начальника железной дороги. И он принес столько денег обратно в страну, его выпустили через 3 дня, по-моему, чтобы мы заказали несколько десятков вагонов в Украине, потому что нам нужны были железнодорожные составы. Или посадили человека, который отвечал почти там, 30 лет до этого, еще в советское время, за дороги в Грузии. В Грузии дороги были ужасные. Сейчас дороги, слава богу, построили при мне. Значит, он принес достаточно денег. Нам нужна была дорога из города, то есть центра Тбилиси до аэропорта. Ну, 4-полосную дорогу по той технологии на деньги, которые он принес, мы построили. Вот дорогу... Потом был уже Шеварднадзе, моего предшественника, была самая дорогая мобильная. То есть единственная почти большая мобильная компания, еще маленькая брал другая. Его зять, его дочь там были, ну, понятно, как в лучших традициях. Посадили зятя, он сидел там 2 дня, а тогда у нас была задолженность по пенсиям из-за прежнего режима. Принес достаточно денег, что мы выплатили задолженность за 3 или 4 месяца всем пенсионерам Грузии. Всем пенсионерам Грузии. Почему я это все рассказываю? Что для меня важно, чтобы они награбленно принесли обратно это вложили в страну. Все остальное, будут они сидеть здесь или в своих особняках Монако, это не настолько важно. Для меня важнее иметь мафиози, коррупционера, не в тюрьме с деньгами и со всеми там, средствами массовой информации, которые будут он обдуривать народ, хотя будет сидеть в камере. Лучше, если будет на улице, то есть к себе там едет там, в Монако, но лишь бы вернет хотя бы большую часть награбленного. Вот, абсолютно с вами согласен. Возможно, этот вариант и нужно было применить в Украине. Но пока это невозможно по определенным причинам, по которым будем говорить позже. Но покойный Каха Бендукидзе, отец грузинского чуда экономического, за 2 месяца до смерти говорил, реформировать 45-миллионную Украину намного легче, чем 4-миллионную Грузию. Нужна политическая воля правящего класса. Воли нет и желания нет. Это он говорил об Украине. Мы часто говорят, что вот Каха, вот Саакашвили сейчас, когда хотят меня покритиковать, реально, ну, они могут отрицать, что Грузия реально очень реформировалась и очень современно стала практически феодальной страной. Он говорит, ну, это не Саакашвили, это все Каха сделал. Каха, и Каху я очень любил, особенно последние месяцы жизни. Мы каждый день общались. Мы последний день, когда он умер, мы с ним созванивались, его должны были здесь министром экономики назначить, может быть, совсем иначе пошла ситуация здесь. Но я его попросил приехать, прилететь. Он опаздывал на шоу, я звонил, сел на самолет, не сел, и он уже не отвечал, но вообще его не стал. Но мы работали со мной вместе, и вся эта команда работала вместе. Не было, я бы без них ничего не смог, но они бы без меня ничего не смогли. Это был предмет коллективного творчества. В Украине каких творческих людей гораздо больше, чем в Грузии. И реально в чем было? Вот в Украине, вот в Грузии мы уволили там 100 тысяч людей, они все жили в центре Тбилиси, госаппарат, природа. Вот у меня были, это были мои соседи, на лестничной площадке внизу, от моей квартиры, там 2 этажа выше, или там посадили кто-то, там Дарка Барыга жил у меня на 1-м этаже, посадили его, ну, я его знал, каждый день здоровался с его там членами семьи, но его посадили, потому что он торговал наркотиками, у нас это была большая проблема, естественно, все эти люди со мной переругались, все они считали меня врагом, они считали меня изменником, потому что я с ними воспитывался вместе, я с ними жил, я там был частью этого социального класса, правильно? В маленькой стране меньше 5 миллионов людей, 4 миллиона 700 грузинского населения это было,
А когда ты их всех увольняешь, они все становятся своими врагами. И против нас вот так легко было собрать вот митинг там 80-100 тысяч человек, потому что они все приходили со своими норками, шубами зимой, когда там на своих вот джипах там прилетали, приезжали, ну, они все с бриллиантами. Ну, понятно, что там они все семьями ходили коллективно на эти митинги. Но в Украине можно всех уволить и забыть. Вот да. Они украине же, в основном они живут в двух районах. На Печерске и в этом казине, там, Конча Заспа, там, всех этих, ну, этих около Днепра. Я, кстати, там последний раз Конча Заспа, по-моему, был там в детстве, там тоже мои сокурсники были, там, дети, там, членов там, ЦК тогда. И, ну, может быть, не знаю, ну, я не очень разбираюсь в этой географии. Но это же не происходит в Украине, значит, нет политического желания и воли. Да, я говорю, но это гораздо меньше. Вот это Печерск, вот этот треугольник, Панкова, Рада и Камин, он гораздо меньше, чем вся остальная огромная страна. Украина огромная страна. И поэтому у нас вот центр Тбилиси, они все концентрировали были, но остальная страна была такая маленькая все равно для них, что это как бы недостаточно было достаточно рубашки, чтобы вот этот центр как-то прикрыть. Здесь огромная страна вокруг. Нельзя, она не сможет, вот эта элита, которая, в принципе, из себя изжила, не сможет проконтролировать остальную страну. Остальная страна, я сегодня собирал представителей региона нашего, Руха за очищение, это не политическая партия, сразу хочу сказать, они спрашивали, мы партия или нет, я говорю, нет, мы не партия, мы дюжень, мы реально дюжень, не партия, мы должны собрать людей, и говорю, вот вы со всех регионов приехали, мы сидели сегодня на Печерске, я говорю, основная элита сидит здесь. Наша цель, что вот вы со всех регионов напомнили этой элите, которая застопорилась, и отсюда только летает Монако, но давно же забыла, из какого избирательного округа даже многие из них. Мы их должны или отправить в Монако, или в любом случае вы должны, они должны из кабинета выйти. Или работать на Украине. Вряд ли их можно создать. Поэтому, когда мне говорят, что нужно отказать Яценюку, сейчас нечем. Там нечем. Ну вот завтра, господин Саакашвили, вот завтра Яценюк дает отчет на совете. Не исключено, что начнутся процессы, и в конце концов у нас будет новое правительство, новый премьер. Максим Бурбак, представитель Народного фронта, заявил о том, что в случае отставки Яценюка будет поставлен вопрос о досрочных выборах не только в парламент, но и президентские выборы. Ну, это как бы игра слов, но в любом случае что-то может происходить, что может дестабилизировать экономическую ситуацию, куда хуже. Не, ну, во-первых, сейчас они брали страну, берут страну в заложники. Яценюк говорит, если нет, то просто у меня хоть потоп, и потоп будет, он сказал. Вот, Гривна, его министр сказал, Гривна будет 80. Они, во-первых, слишком много о себе возомнили. В этой стране столько интересных, умных, творческих, деятельных людей, которые хотят сменить страну. И этих людей я встречаю каждый день, это во-первых. Во-вторых, сегодня действительно, вот сейчас, как мы говорим, началось полчаса там заседание фракции БПП. Да, ты не встречаешься с президентом, а что-то решил. Я очень надеюсь, что на этом собрании этой фракции президентской, где у меня много друзей, но у меня есть много людей, которые меня не очень любят, но есть какие-то там тоже в этой фракции, но они все найдут себе силы принять решение не поддержать правительство и отправить правительство в отставку во главе с премьером в полном составе. Это не вызывает никакого сомнения, что так нужно делать. Деятельность, эффект, то есть результаты деятельности этого правительства налицо. Не надо списывать на войну. Грузия все время была в военном состоянии. Грузинская экономика при мне выросла 3 с лишним раза. При них сократилась за 2 года 2 раза. Значит, мы перешли по статьям ведения бизнеса с 177 места на 8 мире. Украина на 83-м. Мы были по свободе ведения бизнеса в Heritage Foundation на 20-м месте, по-моему, или 22-м, уже не помню точно, но а Украина на 163-м. Это я помню, это просто ужасная цифра. Мы стали самой бедной страной в Европе. Ну как? Каким образом? Это же высший пилотаж нужен, что Украина при всех ресурсах официально стала самой бедной страной в Европе. Мы опередили Молдову, Армению там, в этом подозрительно странном рейтинге. Поэтому у стран, у которых ничего нет. Поэтому вот такой это результаты работы правительства. Но я думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то изменения, и, возможно, они будут позитивны. Поэтому я думаю, что они примут решение поменять правительство. Потом они должны стать над своими интересами. Не надо шантажировать, потому что президента Украины есть срок. Этот срок заканчивается не в этом году. И есть институционная стабильность. А система парламентская президентская позволяет менять правительство время от времени. Нужно менять правительство время от времени. Тем более, когда страна не движется в правильном направлении. Господин Саакашвили, скажите, пожалуйста, вот на данном этапе, насколько я понимаю, в Украине
серьезная катастрофа экономическая, связанная с длительным перманентным политическим регрессом. Как вы считаете, вот можно ли делать какую-то связь между заявлениями Кристины Лагард? Она говорит, что транш украинский МВФ, который будет поддерживать в том числе и курс доллара в Украине, зависит напрямую от решения конфликтных ситуаций между разными политическими силами. Очень сложное словосплетение, но оно понятно характеризует. Да, чем больше мы ничего не будем делать, тем больше они будут нам выставлять условия. Для нас идеальная ситуация, чтобы МВФ вообще здесь не было. Грузии мы увели МВФ через год. И избавились, слава богу, после и по несколько много лет своего правления, я провел свое президентство, без всякого МВФ, чтобы не отчитываться ни перед Лагард, ни перед кем-то. МВФ, он как хирург. И ты ему там, тебе пальцы нужна перевязка, он говорит, что перевязка, давай всю руку отрежем, что там это, возиться, мы не будем рисковать. Поэтому лучше, чтобы палец у тебя не болел. И поэтому надо конкретные вещи делать. Можешь мы конкретно сделать вот здесь? Вот пример дохода. МВФ говорит, мы не должны снижать налоги, потому что если вы снизите налоги, у вас поступления иссякнут, поэтому вы должны иметь эти совершенно сумасшедшие высокие налоги, тарифы, иначе мы вам денег не дадим. Но это путь никуда. Они нам дают денег, но из-за этих налогов экономика не развивается, поэтому нам нужно... Простите, было официальное заявление МВФ о том, что они не настаивали на поднятии тарифов на Украине. Не на поднятии, но это не говорю. Я говорю хотя бы насчет коммунальных, это еще отдельная история. Но я говорю, теперешняя налоговая система, она очень высокая, она абсолютно неподъемная. Ну, понятно, что реально люди, реальное налоговое время, формально больше 50% здесь, реально люди платят максимум 17%. Все остальное хоть тень. Почему эти не моя экономика? При этом правительство от 30 до 50%. Это и есть, потому что при этих налогах невозможно, и при этой экономической конъюнктуре ничего невозможно платить реально, правильно? Вот мы в Одессе что сделали? Мы сказали, нам не дали денег на дорогу, но это было лето, мы там все время какой-то шум делали. Я говорю, ну ладно, придумал Яценюк такое дело, что мы вам дадим таможенные поступления 50% от преувеличения плана. Он думал, что он самый хитрый, он это сказал, мы пожали руку, после этого через день забрал энергетическую таможню, это 30% таможенного поступления, чтобы сразу гирю подвесить, чтобы ни к чему... Да, кстати, обвинил в том, что да. Одесская таможня забрал, не добрала денег. Он забрал, во-вторых, он врет. Врет, ну, да, просто врет нагло. Он просто обманщик, лжец, абсолютно. И это, к сожалению, я говорю, но... Значит, он собрал электрическую таможню, повысил план нам. После этого, а мы что сделали? Мы сделали что? Мы сказали, что это, там есть такие площадки, это серая зона, это товары в основном из Китая, из других стран такое, где инвойсы невозможно проверить, поэтому там сразу брокеры начинают договариваться, и там они договариваются, косточно ничего не получают, но там инвойсы не жены, вообще. Мы сказали, что это невозможно проконтролировать, и мы сказали всем, которые возят эти площадки, и жители другие таможни. Мы знаем, что они будут платить взятки, но что нам делать? Меня не отвечают за весь ДФС. Нам назначили Юлию Марушевскую, мы отвечаем за маленький участок, вот это Одесская таможня. Мы сказали, мы только будем растормаживать товары из Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады, из Японии, Кореи, Австралии, Новой Зелландии, это стран, 30 стран, которым мы можем доверять инвойсам. То есть... Мы реально людям сказали, вы платите меньше, потому что мы обычно всегда завышали. Мы говорили, нет, это стоит не 5 евро, это стоит 10. Мы так что... А там написано 5 евро, мы за 5 евро. И вот за счет этого, почему Яценюк врет? Потому что последний квартал у нас есть перевыполнение плана. Мы реально оставили себе 30% из всего объема. 30% он сам забрал, а 40% мы сами отказались. Меньше 30% осталось из всех объемов товарооборотов. И при этом перевыполнение плана. Вот это классический пример, что можно сделать в Украине. Ну, лишь бы только захотеть. Да, кстати, простите. Если не брать, если не красть денег, да. Если хотя бы чуть-чуть понижить даже тарифы и налоги, моментально больше поступает. Вот это мы должны в пределах страны доказать МВФ. И тогда они от нас отстанут. И тогда мы не будем заявлять, за сердце держаться. Вчера Лагард сказал, потому что гривна упадет еще на 10 пунктов. Я прошу прощения, у нас ограничено время, но все-таки я хотел спросить о ваших политических амбициях. Да. Насколько я понимаю, скажите откровенно, вы видите себя премьером Украины при определенных обстоятельствах? Я вижу тебя... У меня амбиция гораздо больше, чем стать должность. Она амбиция очень сменить политический класс и правила игры. Премьеров в Украине будет очень много в следующие годы. Правительство будет менять часто, мой прогноз. Но люди, которые поменяют политические игры, их будет очень мало.
И моя цель — эту вот существующую политическую элиту заменить новой. И это делается легко. Вот, допустим, мы сделали центр, как мы приводим новых людей. На 26 глав районных администраций у нас было 7 тысяч заявлений. Практически все их, почти все они звезды, которых мы отобрали в результате по 3 месяца от пира. Центр обслуживания граждан Одессы. Собрали абсолютно новых людей, набрали. На них посмотреть приятно. Они приятные, улыбчивые, преданные, идеалистичные. Глаза горят. Ну, они еще очень молодые. Сейчас мы пытаемся выбить хорошую зарплату. Такой же мы сейчас набираем на тамошних людей. Точно так же надо набрать политиков. Ну, и надо им дать функции. Потому что сейчас у нас политики, вот, которые более-менее порядочные, они какой статус имеют? Они имеют статус, что они создают проблемы. Мы должны им придать статус, не чтобы они не проблемы создавали, а они принимали решения. Спасибо вам большое за то, что приехали к нам на эфир. Успехов вам во всем. И нашим слушателям тоже большая благодарность. Оставайтесь с нами на Радио РФМ. До встречи.